to shine on you. And no one's like that deadly sun. I will defend you from all the darkness. This is the truth from my heart. Страж Священного Духа, озвучил Куба 77. Уж не знаю, стоит ли, но ведь из-за нас они остались без крова. И потом вся эта кутерьма уже давно утихла. Что ж, Тоя, наверное, здорово обрадуется. Я хоть и знал, что он городской, но подумать не мог, что ему будет так тяжело приспособиться к сельской жизни. Вот Чагун держится молодцом. А где сейчас Тоя? Я пообещал его куда-нибудь пристроить, мы договорились встретиться. Здорово. Можно мы тоже с тобой пойдем? Я хотела его кое о чем попросить. Надо решить одну проблему. Серия 10. Земля и герой. Значит, решить проблему? По мне, так он ничем не выделяется. Чагум не застенчив, не трус. Очень сообразителен, находчив. Еще он привык ни на кого не полагаться и никогда не жалуется, даже если ему плохо, и до тех пор, пока он будет оставаться таким, мы не сможем жить с ним в городе. Пока он не начнет думать как простолюдин, он всегда будет вынужден задерживаться. Похоже на то. Тогда весь вопрос в том, хороший ли из Тоя воспитатель. Сестренка! Ты еще и живой. Провалиться мне на этом месте. Ты же жив. Прости за все. Я доставила вам кучу проблем. Прости. Что ты? Мне довольно того, что вы живы и здоровы. А что, Сая? Как у нее дела? Отлично. Она всегда быстро ко всему привыкает. Она так усердно трудится в селе, что ей уже предлагают выйти замуж. Верно? Да уж. Но ты все равно хочешь сюда вернуться? Да. У меня ведь еще остались те деньги, что ты мне дала тогда. Тогда можно попросить тебя кое о чем? Правда? Конечно, что угодно. В общем, надо сделать из него рассыльного. Чего? Сможешь? Да запросто, но... Не волнуйся, я буду приглядывать за вами. Тогда без проблем. Да не нервничай ты. Это совсем не тяжело. Да. Не могу только сообразить, как быть, если... Вот, придумал. Будешь называться моей подмастерьей.
Тогда, если что-то и случится, мне придется много извиняться. Теперь зови меня хозяин. Хозяин? Да, хозяин. Сюда! Начнем отсюда. С пылу с жару! Пончики. Детские лакомства. Яичные белки смешиваются с сахаром и мукой из кедровых орешков. В Нижнем Оге все дети его обожают. Теперь слушай, вот этого должно хватить, чтобы купить здесь все, что душе угодно. Это один хан. 100 ханов — это один ругал. Запомнил? Хорошо. Сейчас мы купим пакет этих пончиков. Но не за 40 ханов, сколько они обычно стоят, а вот за столько. На 10 меньше? Заказывай. Один пакет, пожалуйста. 40 ханов. Дорого. Вот там можно купить за 30. Правда? Где именно? В ларьке у Цуджуры. Тогда это туда. Постой, попробуй лучше моих. Пальчики оближешь. Но я лучше пойду тогда туда, где дешевле. Стой. Хорошо, я сброшу. Возьмешь за 30, а? Удалось. Не думал, что он так легко сбросит цену. В следующий раз ты уже будешь делать все сам. Не бойся. Для первого раза ты отлично справился. Пальчики оближешь? Да. Теперь можешь называть себя местным. А где сестренка? Наверное, где-нибудь поблизости. Ну что, продолжим? Играем в Мон Дзиньцзен. Все подходим. Делаем ставки. Что это? Мон Дзиньцзен. По-простому, игра на деньги. Это только для взрослых. Постой. Вот, кажется, неплохой способ показать ему, как люди живут. Все, делаем ставки. Кто готов поставить хан или, может, даже ругал? Кто сделал ставку? Просите удачи у богов. Играем в Мон Дзиньцзен. Все подходим и делаем ставки. Мон. Дзин. Сейчас раздающий кинет монету кружиться по барабану. У нее одна сторона белая. Всего кидается 3 монетки, и тебе надо угадать, сколько из них упадут белой стороной вверх. Если одна, это мон. 2 дзинь. 3 зен. С зена двойной выигрыш. Но если ни одна не выпадает вверх белой стороной, то все ставки владелец забирает себе. И сейчас последняя монета. Кто-нибудь еще? Какой щедрый молодой человек. Итак, в последнюю минуту поставили 1 ругал на дзен. Неплохо. Ставки сделаны. Каков же будет исход? Все попросили богов об удаче. Пока не попробуешь, никогда не поймешь, что к чему. Ну же, хочу зен. Две белых, дзин. Ну, теперь-то ты понял, что это за игра. Все, делаем ставки. Кто поставит хан, а может, кто ругал? А ставки надо делать, пока не бросили 3-ю монету? Нет, пока все 3 еще кружатся, можно. Но если столько прождать, весь кураж уйдет.
Надо решить еще до того, как бросают первую монету, а то ни за что не угадаешь. Мысли уйдут не туда. Какой же я дурак. За один ругал можно было столько еды в ноги и накупить. Будь оно неладно, хотел бы я отыграться. Хорошо, что ты проиграл. Это почему? Хорошо только тогда, когда выигрываешь. Да, но выиграть ты бы не смог. По-моему, тот, кто бросает монету, может подстроить, как они выпадают. Да ну, не может быть. Постой, а с чего ты взял? Ты же эту игру первый раз видел. Не знаю, просто подумал, так и все. Да? Одна белая, мон! Надо же! Видишь? Если они продолжают играть, то проигрывают все. Видишь вон того здоровяка со стройки? Похоже, сейчас он опять проиграет. Вон той старухе пока что везет. Но, скорее всего, она будет следующей. Почему? Потому что поставит больше одного ругала. Если ставишь всего хан, проиграть не так уж и страшно. Но проиграв ругал, обязательно захочешь отыграться, верно? И то правда. Но чтобы отыграть ругал, надо выиграть 10 раз и 10 ханов на дзен. Если даже поставить 10 ханов, надо будет играть 2 раза. Значит, все стремятся поставить на дзен, хотя шанс выиграть лишь 1 из 8. А на мон и дзинь 3 из 8. Но раздающий всегда бросает последнюю монету так, чтобы остаться в выигрыше. Поэтому дзен часто выпадает, когда на него никто не ставит. Погоди-ка, но если все так и есть, это ведь жульничество. Для них это заработок, у них нет другого выхода. Да, конечно, но... Потом, многим ведь нравится просто играть. Если же кто-то действительно надеется на этом заработать, то он сумасшедший. Каждый выигрывает или проигрывает по-своему, так что тяжело сказать, но... Если приглядеться ко всему сразу, жульничает владелец или нет, они все равно в проигрыше. Не повезло. Если бы еще пару раз выиграли, мы бы разорились. Кажется, удача пока на нашей стороне. Сейчас я обязательно выиграю. Все, делайте ставки. Кто готов поставить хан? Я им скажу. Мне это не нравится. Вы жульничаете. Это нечестно. Надо играть по-честному. Ничего у него не выйдет. Нечего порочить наше доброе имя. Конечно, тяжело проигрывать все, что имеешь, но если нет денег, иди домой. Да, нечего встревать. Бестолку. Идем. Я просто хотел отважить людей от того, чтобы спускать все свои деньги, но, похоже, вышло не очень убедительно. Подожди. Разве ты полез туда не за тем, чтобы вернуть свой ругал? Я был сам виноват. Ничего, пойдем. Давай их остановим. Если ты хочешь их убедить, я тебе помогу. Эй, Чагум! Поэтому все простолюдины глупцы. Они думают, что игра честная и не видят обмана. А ведь он очевиден. Разве не ясно? Этот человек может заставить монеты выпасть любой стороной, какой захочет. Если игра продолжится, первым проиграешь ты. Потом вы, бабушка. А потом вы, девушка. Сейчас вам просто дали выиграть. Вы не успеете глазом моргнуть, как все потеряете. Из-за того, что никто из вас не видит таких простых вещей? Что это за ребенок?
Да и вправду. Нечего нас тут поучать. Он расстроился, потому что его братец проиграл. Эй, малой, иди домой, пока мама уши не надрала. Хотя я успею раньше. А ты не прост. Раз ты так во всем уверен, было бы неплохо подтвердить твои слова. Сестренка. Ладно, докажу. Ты чё задумал-то? Ничего все равно не выйдет. И сестренки здесь нет. Пойдем отсюда. Ничего страшного. Положись на меня. Хорошо, хозяин. Да. Одна белая, Мон. Выходит, я выиграл? Ну, один раз может и повезти. Подождите. Я поставлю туда, куда он скажет. Не возражаешь? Мы выиграли! Ура! Двойной! Он может предсказывать выигрыш? Играем дальше. Я тоже поставлю. Сейчас ставить на дзин, да? Нет, не надо. Ни на что не ставьте. Как это? Сейчас никто не выиграет. Эй, три черных. Все в проигрыше. Хорошо, что мы в конце не поставили. Но то, что вы поставили в начале... Да ладно. Ты лучше вот что скажи. Как ты угадываешь? Мне тоже интересно. Расскажи. Он может пустить третью монету так, чтобы она влияла на первые две. Потому как он держит руку, когда бросается третья монета, можно определить исход. Когда он держится за пояс, большим пальцем сверху выпадает мон. Когда большой палец под поясом, дзин. Когда рука не на поясе, а сжата в кулак, дзен. Вот как?
Так не пойдет. Йога такое называется мошенничеством. Да, точно. Верните им их деньги. Нечего нас обманывать, жулик. Я знаю, что для вас это просто заработок. Но всем здесь нравится играть. В следующий раз игра должна вестись согласно дворцовым указам. Верно, хозяин? Да-да. Стойте. Хочешь один на один? Теперь, когда ты нас раскусил, мы и носа не сможем сюда сунуть. Давай сыграем без уловок. Я буду бросать. Если выиграешь, я верну всем здесь то, что они сегодня проиграли. А если проиграешь, я заберу тот камень, что висит у тебя на шее. Нет, не соглашайся. Это ведь камень твоей ма... Идет. Начали. Здорово! Получилось! Это не я! Эй, хозяин, подожди! Вот балда! Это ж ты его хозяин! Хватит! Поставьте меня! Да, неожиданно. Может, пытаясь растормошить его, я пробудила в нем могучие силы. Перевод на русский. Silences. Адвокат. DM85. Видео предназначено для домашнего ознакомительного просмотра. Это и многое другое вы можете скачать бесплатно на animereactor.ru. トウヤは消え、サヤは倒れた。その時、タンダは次回花咲をタンダに、ナイフとサグの狭間に届け、この思い。